Дети, у нас новая ученица. Первая любовь не забывается никогда. Ее зовут Кристабель. Спросите Нейта Купера. 20 лет спустя. Ты, Кристабель Эббот, мы вместе в школе учились. Нейт Купер. Он получает еще один шанс. Ну и чем же ты сейчас занимаешься? Я работаю личным тренером. Ты должен увидеть мой зал. Мы с подругой сегодня идем заниматься йогой. С нами хочешь? Да. Но чтобы заполучить ее... Привет, Купер. Надо разобраться... Ты помнишь Джун? С ней. Да, кто же забудет Джун? Давно известный закон физики. Красота одной девчонки прямо пропорциональна уродству ее лучшей подружки. Я сама себе дала слово ни с кем не встречаться, пока Джун не найдет своего принца. Это может случиться очень нескоро. Она ужасный дракон, который охраняет принцессу. Есть план. Ну я же сказал, если пол женский. Господи, у нее же баки. И зубов нет. Зубы есть, но только необычного цвета. Идем позагораем. Стой, у меня ноготь отломился. Риджин Трелисинг представляет. Я нашел ей идеального парня. Будем. У тебя потрясающий цвет лица. Ты никогда моделью не работала? Да он обхаживает уродину, а сам мечтает о Кристабеле. Он твой конкурент, брат. Ты круто попал. Обожаю эту песню. Он украл мою моджу. О, это удар. А тебе оставил дьяволицу. Дорогу. Откройте свое сердце. С самого первого дня я думал, ты девушка, с которой мне суждено быть вместе. Оу. И закройте глаза. Прости. Класс. Мы с Джун не возражаем и ни от чего не отказываемся. Красавица и уродина. Откажешься от своей мечты, умрешь.